Всем здорово, с вами Вова, и сегодня у нас праздник. У нас на канале 1000 подписчиков. Спасибо вам большое, те, кто подписан на мой канал, особенно тем людям, которые были подписаны, когда у меня были там 10 подписчиков и так далее. Большое вам спасибо, 1000 подписчиков, это моя мечта. Спасибо за то, что вы ее исполнили. Вот. Следующая цель, наверное, у нас будет 2000 подписчиков. И давайте в честь такого момента мы вспомним всю историю моего канала вкратце. Погнали! Моя история канала начинается с 2020 года, когда я летом по приколу решил создать канал и снимал видео с Артём по Майнкрафту и по Брау Старсу. У меня было 5 подписчиков, вот. Я вообще не знаю, кто на меня подписались, кроме моих друзей. И дальше, я там много раз запрашивал канал, много раз опять его возвращал в строй, потому что мне было скучно, забрасывал, потому что я думал то, что никогда не наберется даже 20 подписчиков. Вот, потом осенью такого же 2020 года я возобновил канал, ну там выпустил вроде две фигни, как мы на тренировке и прогулку Боба вроде, потом я удалил, и потом я все же начал снимать видео. Потом у меня в начале 2021 года вроде появился оператор и монтажер. Мои видео начали быть качественнее, и когда мы выпустили обзор на монополию «Банк без границ», и это было первое видео, которое набралось 100 просмотров. Это было просто офигенно, и вроде к этому же вечеру набралось 20 подписчиков. Потом все пошло, мы начали снимать все то, что только возможно. То, что у меня есть. Обзоры на Нерф и так далее. Потом Нерф, ограбление, это просто офигенно залетело. Дальше я познакомился за этот год с множествами ютуберами, которые тоже живут в Кирове. Вы одного знаете, Андрона. Мы с ним снимали нерфинги и так далее. И нерфили, это было круто. Вот. Потом мой канал развился, и потом, как вы знаете, мы начали снимать сюжет. Я у мамы рэпер. Сюжет вам реально зашел. Кстати, я на него не забил. Дальше вы узнаете, что дальше с ним будет. На самом деле, этим летом я еще хотел снять 2 сюжета. Но не получилось, потому что у моего оператора было слишком много дел и не могли снять. На самом деле, я сейчас могу, в принципе, один сюжет снять, но я просто не знаю, смогу ли я, потому что холодно там в куртках, а там было в футболках, в шортиках, нормально. И школа, типа, нет времени, я не знаю. Если вы хотите, то почему же и нет, напишите в комментариях, если вы хотите. Что я хочу сделать на 1000 подписчиков? На самом деле, я хотел снять крутой ролик на 1000 подписчиков. Но у моего оператора слишком много дел, и у монтажера слишком много дел. И, к сожалению, я еще не знаю, скорее всего, я не знаю, смогу ли я его снять. И я на 1000 подписчиков хочу сделать своими руками кнопку Ютуба. Прикиньте, кнопку Ютуба своими руками. Я пока что не знаю, как я это сделаю и из чего. Это, по-моему, будет очень трудно, и главное, чтобы она не сломалась, так что давайте набираем под этим видео 14 лайков, да, 14, потому что это реально сложно. И я выпускаю видео, как я делал кнопку Ютуба. Я недавно проводил опрос в своей группе ВК,
где мне писали вопросы к этому видео. Если вы не знаете про эту группу, то эта группа ВК называется VM Team. Там выходят всякие опросы, типа, что вы хотите посмотреть. Ну там, свои предложения насчет видео. Часто делаю опросы, так что, если вы еще не подписаны, то подпишитесь. Там очень важная информация выходит. Ссылка будет в описании на эту группу. Вот. И мне под этим постом написали комментарии с вопросами. И мы сейчас на них ответим. Так, ну что, первый вопрос у нас от Арсения Луцева. Как и его вопрос: как часто ты снимаешь видео? На самом деле я видосы снимаю из-за школы теперь выходные, и то если получится. Но у меня пока что есть там, я снял несколько видео, так что все нормально, не переживайте, видео будут выходить. Следующий вопрос от Михаила Урванцова. С 3-4 класса сотку должен, когда отдашь? Какая сотка? Ты что несешь? Следующий вопрос. Владимир Степнов. Где ты живешь? В России. Так, следующий вопрос. Аня Воска. Сколько тебе лет? 14. Следующий вопрос. Дмитрий Гавриков. Как ты учишься? Нормально я учусь, вообще зашибись. Дальше вопрос. Иван Климачев. Какое у тебя отчество? А это конфиденциальная информация, я не скажу. Дальше. Кирилл Адегов. Почему ты решил снимать видео на YouTube? Ну, я уже как бы объяснил. Михаил Иванцов. Переведу бабушку через дорогу. Ну, переводи. Дальше. Яна Воска. Ты ходишь на легкую атлетику? Нет, блин, я не хожу. Я говорил то, что я хожу, видео, насколько мы с Артёмом хорошие друзья. И кроме легкой атлетики, я хожу на футбол. Сейчас мы прочитаем вопросы из Ютуба. Так, первый вопрос. Эшкере. Будут нёрф-обзоры или нёрфинги? Нёрф-обзоры, я не знаю. Я типа забросил эту идею. Ну, не знаю, просто решил отойти. Но если вы хотите ее возвращения, то давайте наберем 16 лайков. 16. 14 на кнопку. И если вы хотите нерф-обзоры, то 16 лайков, если вы хотите эту старинную рубрику. Второй вопрос от Эшкере. Будут ли челленджи? Да, я помню, я обещал-то на сколько-то подписчиков челленджи. Но на самом деле я пока не знаю, у меня там не очень хорошо получается, и типа я не знаю там пока идеи с кем снять. Третий вопрос. Почему в твоих последних видео нет бесты Артёма, и будут ли видео с Андроном? Ну, с бесты не будет, там, ну, летом поссорились. С Артёмом мне не будет, мы там в мае перестали общаться с Андроном, но он что-то летом распсиховался из-за того, что я на него не оставил ссылку под видео, хотя ему потом предлагал ее оставить, он сказал, нет, не надо, потом меня пооскорблял и типа все, просто ушел. Хотя я ему предлагал мир, но он не согласился. Ну, даун есть даун. Кстати, мой оператор и монтажер так и сказали, забей на этого дауна. В принципе, 19 лет распсиховаться из-за какой-то ссылки, согласен, даун. Следующие три вопроса от Кости Гребенкина. Вопрос первый. Сколько тебе лет? 14, я уже говорил. Второй вопрос. Будет ли пятая часть «Я у мамы рэпер»? Вот ты про что начал. Но на самом деле я не знаю. Там по идее должен быть клип про уржумский квас. Но вы, ну, там надо 25 лайков. Вы еще их не набрали. Так что наберете и будет вам клип. И я на самом деле не знаю, будет ли, потому что оператор мой занят и монтажер. Так что не знаю. Вопрос 3. В какие игры ты играешь? Я сижу просто в Ютубе, но на самом деле я иногда захожу там в Clash Royale, в Clash of Clans, ну и все там. Следующий вопрос от А. Знают ли в школе про твой канал и есть ли у тебя хейтеры?
В школе, да, началось с того, то, что у нас там девка откуда-то узнала про мой канал, хотя раньше об моем канале знал я, мой оператор, монтажер и мои друзья. Но это узнала вся параллелька наша, вот. Я там сдружился с одним классом, но они типа мне начали потом завидовать, вот, и типа стали меня хейтить, вот, это хейтеры. Как относится мой класс? Ну, мой класс дауны. Они просто поприкалываются. Ну, на самом деле, пока у меня они не знали про мой канал, для них я был просто, ну, типа, просто чувак, сижу, ни с кем не общаюсь, вот просто такой. А, ну, с другим классом я очень хорошо сдружился, они очень хорошо отреагировали на мой канал, и типа им большой респект. И это все были вопросы. Мы будем двигаться к концу, я все уже рассказал. Мои планы на будущее. Мои планы на будущее, там, снимать порции. Если вы наберете на нерф обзоры 16 лайков, то нерф обзоры. Кнопку ютуба. Не знаю, к играм возвращаться я пока что не знаю. Вот. Насчет того, будут ли стримы, я вот... Это вот очень серьезный вопрос, потому что на телефоне для меня не очень стримить, ну типа кто это будет смотреть, как я просто играю в игру на стриме. Чё снять этот сюжет, ну если вы его так хотите, хотя я вам не гарантирую то, что он очень хорошим получится, потому что оператор и монтажер ушли, ну, так что не знаю, так ну если вы только хорошо... Ну, его очень сильно хотите. Я вот, короче, люблю футбол, разбираюсь в футболе, но это не тематика моего канала, так что не знаю, снимать ли про нее. Хотя видел, вы за 3 дня каким-то образом 400 просмотров набрали. Это вообще офигенно. Большое вам спасибо. Ну что, не забываем, на 14 лайков будет кнопка ютуба, на 16 лайков я возвращаю рубрику обзора на нерф. И не забывайте, я еще буду снимать нерфинги и нерф-сюжеты. Так что, ну а с вами был я, всем пока. Айфон упал. Поздравляю Вована Микс. 1000 подписчиков, давайте набрать, кто еще успешный, 2000 подписчиков, пусть там желаете успех, процветание твоего канала, также да, и многое другое. Поздравляю Вован Микс с 1000 подписчиками. Вован Микс, поздравляю тебя с 1000 подписчиков, желаю всего самого лучшего, чтобы ролики стали только качественнее, и подписчиков стало все больше и больше. Вован Микс, уважаемый, поздравляю тебя с 1000 подписчиков. Желаю тебе продвижения твоего канала, всего самого наилучшего, и, конечно же, я отмечу это с тобой. Вован Микс, поздравляю тебя с 1000 подписчиков, желаю в будущем набрать еще больше подписчиков,